Может, я просто схожу с ума? Может, я просто схожу с ума? Может, я просто... Я отдал этому 10 лет. Это моя жизнь. Я придумываю мультики. Я хочу сходить к соседу. Может, он мне сделает ребеночка? Ты ведь не хочешь завести ребеночка? Итак, в воротах Владислав Третьяк. Пол Хендерсон выходит на площадку. Отвой шайбу и бросок. Какой вратарь! А это что за урод? Это Локи, норвежский бог коварства, также известный как Плут. Наконец-то! Сауна в Тайване? Это подделка! Ай! Согласно легенде, обладатель маски обретал силу и могущество самого Лот. Я хочу, чтобы ты был таким, как Тор! Где моя маска? Сначала мы едем к педиатру, а потом изгонять бесов. Добрый день. Сантехника вызывали? Локи был паршивой овцой в своем большом семействе. Боим! Он же еще ребенок! Я тоже говорю! Мама! Я хочу, чтобы ты был таким, как Тор. Я бы тоже мог быть врачом, если бы купил себе диплом. Бах! Попался? Локи создал эту маску. Он бросил ее на землю, чтобы посеять раздор среди смертных. Сделано в Пакистане. Чё? Локи! Ты кто? Ты? Закончила. Поздоровайся с моим маленьким другом! Мадре. Нет. Ты почему надо мной не издеваешься? Постойте! Эй, вы! Стойте! А вы когда ребеночка заведете?